Эти вопросы. Есть у кого-нибудь? Все, тогда отхожу. Праздником. Праздником всех. Ничего не слышно. С праздником поздравляю всех. А? С воскресением Христовым или с каким? Николай. Николай Чудотворец. Да это не праздник никакой. Это память совершает церковь. Это не праздник. То есть почитаем, в этот день почитаем святого просто. Да, конечно. До этого дня разрешалось рыбу есть во все дни поста, кроме среды и пятницы. А с этого дня до Рождества Христова, не считая сочельника, только в субботу и воскресенье. Так что день Николы накладывает на нас еще небольшое бремя. Игнат Тихонович, а вот сегодня пятница. В церкви поклоны. Можно суббота делать? Сегодня. А? А, сегодня суббота. Поклоны же нельзя земные в церкви делать. Со вчерашнего вечера уже нельзя. Ну, три поклона всегда совершаются. Определенные молитвы. А так нельзя. Суббота, воскресенье. Ну, вчера мы делали. Батюшка делал земной поклон. И когда молились. А сегодня, смотрю, все делают земной поклон. Сегодня? Да по несколько раз. С чем связаны? Какие молитвы считают или что? А вот как раз сегодня опять было причастие и пели. Тебе поем, тебе благодарим и молимся. Вот опять. Тут поклон делается, когда священник выходит из чаши и благословляет дважды. Это два поклона. Земные. Они как бы в счет не идут. А воскресенье уже вечером, уже понедельник наступает. Можно земные поклоны делать. Можешь с колен не вставать. Но в эти дни поклон делается, но не стояние на коленях. В этом ничего такого нет, если кто нарушит, но желательно, чтобы было все одинаково. А в этом греха нету? Да нет, какой тут грех? Ну, покорность церкви. Вот что такое. Сказали так, ну и спорить не о чем. Это же начинается отсюда. Там не послушался, а тут своеволие. А при том зачем? Что изменяется? Значит, отхожу.